волонтеры, которые будут помогать избирательным комиссиям, сели за парты. Они проходят дистанционное обучение. Добровольцам рассказывают о предстоящей работе на местах, разъясняют обязанности, отвечают на вопросы. Всего в Губкинском пока набрано 29 волонтеров. С 11 по 13 сентября будут проходить выборы в городскую думу, а также законодательное собрание Малнинского автономного округа. В связи с этим мы формируем волонтерский корпус, который будет на выборах оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, а также выдача средств индивидуальной защиты за меры температуры. Желающие пополнить ряды волонтеров могут обращаться в Центр досуга детей и молодежи «Современник». Телефон для справок 519-30.